Это был очень странный лес. Сначала я ходил за грибами, потом они за мной. Я-то думал, ты порядочная девушка, а ты ничего так нормальная оказалась. Странные люди. Сначала из друзей удалят, затем занесут черный список, а потом еще в гости заходят. Видимо, проверяют, не умер ли я от горя. Закодированный муж на четвереньках приползает домой. «Жена, вызывай милицию! Что случилось? Меня взломали!» Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой. Было романтично? Нет, не очень. Неловко. Я-то думал, что она дома, с детьми. «Как у тебя дела?» «Дела, как у старого танка. Дуло стоит, а воевать не с кем». «Ты когда-нибудь говорил девушке, что о ней думаешь?» «Да. Хочешь, шрам покажу?» «Не жалеешь, что замуж вышла?» «Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно». Ночь – прекрасное время для общения. Кроме «Привет, как дела?» можно спросить, чего не спишь? «Милый, давай ужасы посмотрим». «Ну ладно, смывай косметику». «Алексеева, к доске». «Ну почему я?» «Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске». Однажды мой дядя выбежал из бани, сказал: «Ребята, я в дрова!» и прыгнул в сугроб. Это были дрова, присыпанные снегом. С тех пор у него кличка Нострадамус. «Фигово выглядишь, с будуном».